Всем привет! С вами Светлана. Сегодня я хочу немного рассказать об улитках, их питании, так как они днем спят, и их днем просто, даже если будешь, они сильно такие неповоротливые и кушать не хотят, потому что они наедаются ночью. Я попытаюсь их снять сейчас, уже вечером. Это не все мои улиточки. Половина улиток осталась в своем в аквариуме. Вот одна уже пытается куда-то лезть. Уже она спускается. Сейчас я ее немножко перемещу. Улиточки живут у меня уже 3 месяца. Это все я посыпаю, как я уже рассказывала, скорлупой. Вот сейчас я добавлю на арбузик, положу скорлупы, насыплю, и мы посмотрим, как они будут кушать, продолжать арбузик вот с этой скорлупой. Освещение недостаточно яркое, я поставила лампу, включила возможный весь свет, насколько можно, не знаю, как оно будет видно, но постараюсь все показать и рассказать. Когда есть арбузики, и они очень активно стараются кушать арбуз, а также дыню. Дыня тоже их излюбленное питание. Я вот показывала, как они съедают арбузик. Остается одна корочка. Так, половину арбузика уже доедают. Осталось совсем чуть-чуть, вот серединка. То есть от этого арбузика останется только вот такая вот корочка. Мякоть вся поедается. Меня очень многие просят поснимать про улиточек, но я думаю, что это интересно более всего наиболее таким наименьшим подписчикам, молодым подписчикам в основном. Сегодня я рассказываю о питании ахатин, вот, потому что у меня есть еще архахатины улиточки, у них немного другое питание. Вот мы видим, как они, вот эти две улиточки, активно кушают сливу. Ой, из фруктов они любят яблоко, абрикосы, ананас, авокадо, бананы, груша, земляника, клубника, вишня, манго, папайя, слива и алыча, виноград, инжир, персик, киви, арбуз и дыня. Улиточки продолжают активно кушать. Вот это сливы, когда я им даю, я ее вот так вот просто разламываю. Здесь в середине остается косточка. Вот она. Они ее активно, эту сливку съедают. Косточку потом я выбрасываю, достаю и выбрасываю утром. После их активного времяпровождения. Сейчас посмотрим на вот эту компанию, которая ест арбуз. Вот так вот они друг другу не мешают. Вот еще одна подползает к ним. Слышно такой вот хруст. Всем пока, до новых встреч на моем канале.